Видеоблогер Юрий Хованский внесен в реестр российских физических лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Соответствующее обновление появилось на сайте Росфинмониторинга. Блогер Юрий Хованский находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма, часть 2, статья 205.2 УК. Поводом для возбуждения дела против блогера стала песня про теракт на Дубровке в 2002 году, которую он исполнил, употребляя нецензурные выражения по отношению к детям жертвам теракта. По мнению следствия, песня Хованского содержала признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Блогеру Хованскому грозит от 5 до 7 лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью. В 2019 году он стал помощником депутата Государственной Думы от фракции ЛДПР Василия Власова.